Ну что, раз 17 раз, приветствую, мы продолжаем проходить Bloodbook. Да, интересная игрушка, очень интересная игрушка. И, бля, вот надеюсь, сегодня в этой серии получим печать все-таки уже, да, потому что как бы ее не хватает. Ее, конечно, не хватает. Вот! Если не смотрел предыдущую серию, то ссылочка, кстати, на плейлист. Она находится, да, в описании. В правом углу там находится... На прошлую серию подсказка и на плейлист тоже. Саш, буду. Дядя, блядь, рядом сидит, может, блядь, пить или пить обратно. Кипите или пить воды при этом просмотре. Ну, собственно, начинаем. О, привет! Так, снялись мы с вами вот здесь, да? Вернулись в избу и чё тут? Думаешь, Вакуль откроет печать? Надеюсь. Откроет, никуда не денется. Ты свою часть сделала, а он сделает свою. Он бес из старых. Чтит уговоры-то. Только смотри, больше попросишь, так он выкуп потребует. Загодя готовься. Все я про русалку думаю. Можешь попытаться выкупить душу ее, но смысл? Он ее лет через 50 и так выпустит. Она мертвая подождет. Что мне ждать на этой мельнице-то? Думаю, тебе надо быть готовой ко всему. Этот черт неспроста встречу-то там назначил. У него там и сила есть, и история. А что в энциклопедии у нас с вами написано? А, ну. Подожди. Держите, ребят, кому нужно, прочитать. Ну, вот с Гоуча в путь. Я с черной книгой все ловчее управляюсь. Ха, еще бы. Учение свет. Чем дольше книгу держишь, тем ярче она светит. И тем больше тень за твоей спиной. Неважно, кто держит эту книгу, старик или девка. Эта тень все растет и скрывает деревни, крестьян, друзей и родню. Наконец она и до тебя добирается. Ну, на мельницу буду собираться. Она от Каинского села недалеко. Не заплутаешь. А, чё он тут? Ой, молочка бы мне принесла к рынку. Да брашки побольше. А ты вместо этого все с вопросами ходишь. Да уж, Вась, могла бы и уважить Котофея брашкой. Прош, держи как рыночку. Вот спасибо, дедушка. Добрый ты человек. Это вы с каких пор душа в душу живете? С тех пор, как Прошка книги спас. Ага, мыши повадились, поедали библиотеку-то вашу. А я их переловил всех. Да, не зря ты и коту в дом взяла. Да уж, аж место закончилось на диске. Так, давай, про Прошку. Расскажешь, как ты там в своей избе чуцкой-то жил? Ах, Васька, что-то тяжело вспоминается. Ветром сдуло все воспоминания, ли чё ли. Ничего не вспомнил? Мало, очень мало. Ну, чё смотришь? Сама поживи столько веков-то, а я погляжу, чё вспомнишь. Помню, дом был мой богатым. Я в нём сидел всегда. Суседил, ну. И смотрю-то я на все три стороны. На все четыре, ты хотел сказать? Нет, я помню-то три стороны. Снизу, нашу сторону, и сверху третья. А еще ветер всегда дул. Холодный, северный. И речные раковины мне что-то шептали. Жутко в твоей избе-то было. Было хорошо. Да только не все я вспомнил. Ничего, скоро, глядишь, вернется. Ну, что еще узнать хочешь? Тебе зачем, Брашка? Ты же нежить.
А нежить тоже угощать принято. Сама знаешь, соседок да родителей поминают и угощают. Вот и мне не помешает. Ну, что еще узнать хочешь? В путь уж скоро. После поговорим. Помнишь, священник приходил с коровой пропавшей? Нужно нам вместе отправиться. Я без тебя, глядишь, и не справлюсь с нечистым. Хорошо, дедушка. Будем собираться. Егоровы черти вертятся на заднем дворе, спорят и гомонят, как стая сорок. Вы замечаете, что одни бесы мажут редьку сажей, а другие счищают ее на перегонки. Вы разгоняете нечистую силу, нечего портить хороший продукт. Затем набираете немного овощей в дорогу, решив не оставлять собранный урожай на корм воронам. Холодная ночь наполнена сотнями звуков. Бесы и лесные черти пролетают под разлапистыми еловыми ветвями. Совы охотятся на юрких полевок. Примогильные травы что-то шепчут из-под угрюмых силуэтов голбцов Михайловской ростани. Дед Егор останавливается и, склонившись, разглядывает что-то на сухой земле. Мы здесь, помните, в самом начале мы здесь были? Смотри-ка, сколько уж прошло, а след остался от круг твоего. Интересно, может, и от моего остался? Того, когда я колпак отпирал. Сколько тут их начерчено-то было за века. Грехов-то, грехов. Вот ты думаешь, зачем нам иконы с церквами? Грехов у меня Христа задавить. Думаешь, колдунам их износить удастся? Говорят, нет спасения еретникам. Верно, верно говорят. Я так думаю, на то нам и дают бисей, чтобы мы ими заправлять учились. А церква, икона — это так, чтобы народ не пугать. Может, и мне с ученицей тут круг придется чертить? Это уж как Бог даст. Что? Ну, ладно. Несмотря на поздний час, торговля продолжается, и вы еще можете... Попробуем, давай посмотрим. Покупай тут, он не есть, не пить, не про... Что-то появился? Мудрость, что таится в черных строках. Mm-hmm.
Надо то, что паратем попробуем возьмем. Чувствую, мы будем с этим драться. Будем драться, о, скорее всего. Вася, Егор Евлампович, прибыли. Я уже не знаю, что и делать. Все молитвы перечитал. Таких страхов-то давно у нас не было. И кто с животиной такое устроил? Изверг какой-то. Расскажи, где корову-то нашли? Ой, так в старой часовне на кладбище. Там редко кто бывает, а нончи-то вообще страшатся. Так и лежит у алтаря. Что это за напасть-то на наш уезд? Что за сатана, прости господи? Что-то еще необычное замечали? Да вот, боятся идти к кладбищу-то. Блазнит так. Уж много кто и к вам собирался по этот случай, да я уверил, что вы скоро будете. Где часовня-то, в которой корову удавили? Так на кладбище церковном. Там уже до того что-то стучало, да скребло. Как будто из-под земли звук слышали. Поэтому и реже народ туда ходить стал. Хорошо, посмотрим, что там за окаянные у вас. А ты из закромов церковных пока оплату собери. Хорошо, Егор Евлампович, вы уж на этот счет не сомневаетесь. Ну, let's go. Дополнительное задание, кстати, что это? Это не основной сюжет, это дополнительное задание, как я понимаю. Но и тоже можно всякие приколюшки. То есть можно уровень повысить и, видите, подсобить себе там трав, не трав, амулетов, не амулетов. Карт купи, да, не карт. Так, вон я вижу сразу. А ну-ка. Вот это сюда. Добрый вечер. Тут вильгардские схоронены. Почти все. Только что смотрели. Вон я вижу еще. Добрый вечер. Не-не-не, подожди. Три штуки всего дали. Ну, ладно. Старая какая часовня. Ё-моё. Тут старые веревки. Крови на них нет. Господи Иисусе! О, нечего тебе на страх этот смотреть. Я скотиной займусь, а ты пока вокруг поищи. Попробуй найти подсказку, что за нечистый тут обнаружился. Вы замечаете странные кровавые следы, будто птичьи отпечатки смешались с человеческими. Страх какой! Кто это коровушку так изувечил? На иконах коровья кровь. Сквозь эти проходим. Текстуры нормально. Ну, осмотрелась? Осмотрелась уже. Вот, вот тут нашла следы какие-то. Ага, птичьи. Нечистый шьет иголкой без ушка. Вот заблуждение. Думаешь, что? Это не птица никакая, а кости на ногах обломанные. Я корову осмотрел. Ее зубами и когтями разорвал нечистый, это понятно. Но вот еще нам подсказка. Железная стружка в коровьих костях. Ух, не нравится мне все это, Вася. Давай-ка попробуем старый след открыть. Погоди-ка, я у твоих находок пошепчу. Дед Егор произносит несколько заговоров, и на земле появляются птичьи следы, ведущие от растерзанного животного куда-то вглубь вильгардского кладбища. Вот, по нему пойдем. У меня еще на медни в ухе спело. Не к добру эта находка будет. Ну,
Деревья возле разломанной домовины замерли в трепещущей тишине. Так и знал. Вы придерживаете пошатнувшегося деда Егора. Мал был еще, неопытен, плохо обезвредил. Вышел на свободу, еретник проклятый. Я еще у коровы догадался. У нашей семьи-то такая же была давным-давно. Держите, ребят, кому нужно на паузу почитать. Это он мне гостиниц оставил. Ничего, ничего. Мы его обратно в гроб загоним. Не зря я училась, дедушка. Вместе справимся. Я веревку в церкви видела. Нужно спуститься в его логово. Деревья возле разломанной домовины замерли в трепещущей тишине. Вы заглядываете внутрь. Черный провал ведет глубоко под землю. На кресте полустертое имя – Прокопий. Егорка, вот и свиделись. Что это ты пришел? Уж не жертву ли учителю оставить? Гляди-ка, какая! Черноволосая, белая да смелая. Эх, башкуся! Так же бравая и красивая. Ну, сюда веди, а сам давай, помалкивай отсюда. Какая я тебе жертва? Ты нас плохо знаешь, окаянный. Нет, девка, это ты нас плохо знаешь. Да, Егорка? Не зря я тебя учил. Ведь ты такой же, как и я. Бум-бум-бум. Его учитель? Не учитель. Как жестко. Ты тут жил все эти годы? Мал ты был, Егорка. Неопытен. Не знал, как меня подбить. Да теперь поздно. Долго я не мог выбраться из домовины. Твой святоша знал свои молитвы, не то, что ты. Но ничего, не расстраивайся. Ты хорошо пожил. Вон какой потопный стал. Смотреть тошно. Старый древний. Кажется, я-то получше устроился. Уже лет 30 не старею. Ты глянь на мои хоромы. Разве не призорно на них смотреть? Призорно приятно. Как ты тут все выстроил? Очень просто. Зубы и когти со временем железными стали. А с таким инструментом работа спорится. А как имя мое истерлось на домовине, так и молитвы перестали меня сковывать. Не смешно ли? Сгинешь со своей девкой в моей же могиле. Говоришь, похожи вы с дедом? Не смей нас сравнивать, Прокопий! О, ну нет, ты же у нас добрячок, Егорка-добряк. А не ты ли чертей послал убить меня во сне? Не забрал ли ты потом моих бесов? Ой, а это не они у тебя на плече? Я не убивал детей! Это правда, но нет ли за тобой других грехов? Что за палка у тебя? Уж не из того же рога, что и мой баток стародавний. Но что я слышу? Кажется... Голос моего старого беса. О, неужели? Окаянный мне все поведал. Ох, что они тебе шептали, Егорка?
что насоветовали в конце твоей никчемной жизни? Хватит разговоров, нечистый! Тогда я не знал, как тебя изничтожить, а теперь знаю. Тебе не одолеть двух колдунов, Прокопий. Я не зря ждал этой встречи 40 лет. Он придется сражение с таким же колдуном, как и вы. Колдун также плетут заговоры и не их из нескольких слов. Первым уходит тот, кто составил заговор из меньшего количества слов, из учета крепких слов и жестов. Таким образом, вражеский колдун может прочесть заклинание раньше вас. Вам необходимо расширить прочитанные все длинные заговор после врага, или же бой... Чё? Таким образом, вражеский колдун может прочесть заклинание раньше вас. Ага. Вам необходимо решить, прочитать длинный заговор после врага, или же более слабый, короткий, но раньше его. РБ. 12, он будет от 33, да, уходить. Ух, еба. 3 хпшки мне снесет. Десятка. Ну, по факту, вот это 6 хп и вот это накинуть, и все, МББ. Подожди, он сколько? Что он наносит? С глаз. Четыре хода у нас, да? Но мне кажется, не все так радужно. Да, попробуем. Я понял. А, ему похуй. Восемьдесят три. Два ключа, да? Подожди-ка. Не-не-не, я хочу пройти. Подожди. Договор один хотел сленить другие слова, например, складные.
А нет смысла в этом вообще. У него три. Один ход остался. Я, конечно, понял, как с ним сражаться. Одно. Давай. Шесть. Что? Hmm.
забыл. Я понял, что нужно сделать. Подожди, а что он? Что он делает? На себя накинем одну. Блядь! Подожди. У него три. Он использует три, если что. Нам по-хорошему тоже три бы использовать. Это мы делаем так. Вот так вот. Это не тратит и... Пять три использует. Три. Я понял, в чем суть этого способности деда. Деда понял, в чем прикол. Трепет или использует.
Ты прикинь. Наебывая. А почему она не показала? Бред. +49. Я увидел, что +49. Правильно ли я делаю? Наверное, нет. Почему он с одного удара убивает? Хорошо, давай попробуем другие. А что вот это? На 50 ходит первым, если у него меньше слов за год. Да? Ясно, блядь. Он 12 будет бить и 33. Он снова удару. Можем одну сюда. Пока вроде все правильно. На 2 хода с тобой осталось, честно сказать. Что это вообще означает? Особо не из мямы, блядь. Головоломка, блядь. Thank you.
Угу. Бля, не могу понять. По-хорошему, конечно. Ну-ка проверим. Тогда смысла нет. Вот так вот. Что если я ему вот так? Хуя, почему, блин?
Блядь, ну что за бред? У меня еще два счета же было. Блять, 2 хп оставил ему, 2. Почти решил тут все. Короче, смотри, как надо решить. Сначала вот эту накидываешь. Нет. Теперь по идее. Четыре. Бочку. Получается сейчас. Что мы делаем с тобой? Либо здесь защиту вообще не нужно уходить, либо как-то я не знаю. Ну как хуйня получится сейчас. Четыре хода у нас есть.
Блять. Здесь я вот эти я поставлю. 20. Если вот так поставлю, будет 30. Десять хп. Десять хп. А ну короче, это 10 хп и снесет сейчас уже. Нет? Я могу сейчас вот так накинуть. Ему 10 хп и так снесет, слышь? Решил. Ну, бля, решил нахуй. Ежи. Да есть. Все, ежитесь. О, так, что берем мы? Теперь он уж точно в пекло отправится. Ну, живо! Помни, что делать надо! Так, как можно нечистого покойника обезвредить, чтоб на тот свет уж точно отправился? Я читал, что в лице мертвым монеты на глаз заклали. Русского покойника так не возьмет. Сердце кол осиновый воткнем. Средство верное. Только истлело сердечко-то. Но ничего, хребет перебьем и дело с концом. Эх, будь я поумнее в те годы, он бы и сегодня не вернулся. Ну ничего, мы его рано одолели. Не успел тут на зимогорить. Набедокурить, натворить дел. Прокопий говорил, у вас посохи одинаковые. У него из рога был. Я забрал. Да, есть грешок. Только смотри, он новый раздобыл. И тоже из рога лосиного. Этот тебе нужно забрать. Если, конечно, не боишься его мести. У тебя бесы остались? Я думала, ты мне всех отдал с книгой. Почти всех. Оставил немного. Пригождаются, сама видишь. И еще пригодятся. Давай, дедушка, разделаемся с Прокопием. Да уж, того и гляди, опять подымется. Фу ты, сила нечистая. Вы обезвреживаете Прокопия, а бесы помогают закрыть старый могилу друг. Землей. Старый. Теперь на месте старой домовины образовалась воронка. Похоже, и вы видели во время ваших путешествий. Уж не другие ли нечистые покойники там были похоронены? Как ты, дедушка? А как? Хорошо все. Ты про Прокопия, чё ли? Да бес с ним. Я его первый раз сосвету сжил. Теперь мы вместе в пекло его отправили. Жаль, только раньше его не извел. Эх. Давай-ка мы с тобой на этом и закончим, собственно, данную серию. Спасибо за просмотр. Такая серия была. Подписывайтесь на канал, если сложно не придет заранее. Спасибо, кто это делает. Поддержка мне ваша и продвижение канала, как минимум, да. Секундное дело, мне приятно. Спасибо за это дело. В принципе, все. Спасибо еще раз за просмотр. С
ссылки в описании, все это складывается, не сложно, при этом всего еще раз за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.